Вот как. Муж изменил показания? Ну, понятно, понятно, потому что старый у него из области фантастики. Что он придумал? Ешь. А можно мне с папой или с тобой остаться? Нет, зайка, тебе же нравится на даче. Там и речка, и кролики. Ну, мам! Тише. Да. Ты же понимаешь, что это стопроцентное вранье с его стороны. Ой. Кто это? Марк. Привет ему передавай. Тебе привет от Володи. Тебе тоже. Все, я буду через полчаса в суде. Пока. Уже убегаешь? Не позавтракаешь с нами? Судья не будет ждать. Ты, кстати, помнишь, что я тебя сегодня жду в 7? Черт, совсем забыл про ваш корпоратив. Не корпоратив, а юбилей. Пока. Боюсь, я опоздаю, ласточка. Там Баскин избил своего стилиста. Будет допрос 5 часов, потом с прессой пообщаться надо. Так. Ультима рацио. Да. Я сразу приеду, как освобожусь. Угу. А что такое ультима рацио? Это прозвище нашей мамы. Означает последний довод. И когда мама вот так вот смотрит на кого-то, все сразу сдаются. Пока. Пока, мама. Пока, милая. Пока, ласточка. Куда поедете, решили? Нет. Нет, пока нет. Я не знаю, молчит. Бутербродики можешь? Нет, нет, нет. Спасибо большое. Я не ем. Девушку уносите, иначе я поправлюсь, Володя меня разлюбит. Ну что ты переживаешь? Ты же знаешь, к кому обратиться. Коллеги, без вас этот юбилей был бы невозможен. Спасибо, что все эти годы вы были опорой, честью, совестью и гордостью нашей фирмы. За наш лучший год, друзья. Ой, я уже начинаю тебя ревновать. Я думал, лучший год еще впереди. Впереди, Марк. Впереди. Да, это как в том анекдоте. Засунь свое мнение куда-нибудь подальше. Не могу. А почему? А у меня там диплом юриста и мечты о прекрасном будущем. Владимир Юрьевич, Марк, за вас. Давай. Ой, пойдем поболтаем. Пойдем, пойдем, мы вас бросаем. За нас. За нас. За нас. Вы же решили с Володей куда в отпуск? Нет, ты знаешь, он мне говорит, единственное, что Машка из него выбила, это то, что мы будем жить на берегу океана. Молодцы, завидую. При вашей совместной работе у вас всегда есть время друг для друга. Ну, как-то так. Поздравляю. А вот и он, кстати. Алло? Алло? Что? Как у вас дела, девушки? Что? Юля, что? Юля! Что случилось? Надежда, секретарь из офиса. Вадим Сергеевич просил вас подъехать, написать заявление и забрать трудовую книжку. Перезвоните нам, пожалуйста, как сможете. Юля, это Наталья Петровна. Я звоню напомнить, что сегодня пятница, и Маша очень тебя ждет. Пожалуйста, не опаздывай, приезжай ровно в 3. Мы хотим пораньше выехать на дачу.
даче уже кролики выросли. Это хорошо. Ма, а когда ты меня домой заберешь? Скоро, малыш, скоро. Ты ждешь, когда папа из командировки приедет? Да, я жду. Очень жду. Мамочка, меня одна девочка на даче сироткой обозвала. Сказала, что у меня ни мамы, ни папы нет. Ты не слушай никого. У тебя и мама есть, и папа есть. Мам, а можно я пойду посмотрю, как воздушного змея запускают? Беги. Девушка! Девушка, просыпайтесь! Мамочка! Женя, я прошу тебя, отведи ее домой. Спасибо вам большое. Мы сами разберемся, не надо. Юля, Юлечка, что с тобой? У тебя что-то болит? Господи, вы вызвали скорую? Это давно с ней? Минут 20, я думаю, что скорую не стоит вызывать. Почему? А если это сердце? Поймите, я нашел эти таблетки, пока искал телефон, чтобы вам позвонить. Скорая может подумать, что это была попытка суицида. Это очень сильное лекарство. Вам не нужны эти проблемы. Боже мой, какой ужас. Вы, главное, сейчас не подпускайте их, девочки. Я поняла. Я поняла. Юля, ты меня слышишь? Юля! Наталья Петровна, что вы тут делаете? Что произошло? Это ты мне расскажи, что произошло. Ты уснула на скамейке. Маша испугалась. Где Маша? Она будила тебя, но ты не реагировала. Спасибо, молодой человек, догадался позвонить. Где Маша? Я хочу ей сказать, что все со мной в порядке. Не в порядке. Что это за таблетки ты употребляешь? Я просто пока не справляюсь без этих таблеток. Мне очень больно. А ты думаешь, нам не больно? Мы единственного сына похоронили. Но мы держимся ради тебя и ради Машеньки. А ты что творишь? В общем так, дорогая моя, пока ты не возьмешь себя в руки, я тебя к Маше не подпущу. Вы имеете право. Наталья Петровна! Простите, это я позвонил с вашего телефона. Вот. Меня зовут Андрей, я врач. Возьмите. Я психотерапевт. Мне кажется, я смогу вам помочь. Вот моя визитка. Звоните в любое время. Сообщить тебе, что мы с Евгением Ивановичем подали иск о лишении тебя родительских прав. Теперь пусть суд решит, с кем Машеньке будет лучше. Ни один судья не удовлетворит его. Ты так думаешь? Юля, у тебя нет работы.
Ты запустила себя. Глотаешь какие-то таблетки. Маша вообще без присмотра. А то, что случилось в парке, на это есть. Свидетели. Я думаю, что суд примет это во внимание. У нас достаточно оснований, чтобы лишить тебя родителей. Ты держишься? Да. Хорошо, хоть я приехал. Два дня на звонки не отвечаешь. А если бы я не был таким параноиком? Что ты делаешь? Отпусти меня, я сама. Ира, идти сможешь? Да. Мне со следствием пришлось вскрыть дверь. Прости, пожалуйста. Нижнюю личинку замка нужно поменять, а верхним замком можно пользоваться. У тебя есть запасные ключи? Есть. На тумбочке в прихожей. Аккуратно. Я возьму на всякий случай. На, тебе надо пить. С ума сошла? На тот свет торопишься? Знаешь, на этом меня уже ничто не держит. А Маша, ты подумала? Подумала. Родители Володи хотят лишить меня родительских прав. Ну, во-первых, ни один судья не отдаст им ребенка, пока жива родная мать. Если она, конечно, не запойная алкоголичка или наркоманка. Именно это они хотят доказать. И докажут, если ты будешь продолжать в том же духе. А еще они докажут, что я безработная. По вашей милости. Я был против. После того, как один из клиентов на тебя подал жалобу в коллегии, у Вадима не осталось никаких вариантов. Слушай, 10 лет безупречной работы против одной жалобы? Я поговорю с ним. Прости, я не смог тебя отстоять. Скажи, ну что я могу для тебя сделать? Чем я могу помочь, Юра? Слушай, ты что, не понимаешь? Ты ничем не можешь мне помочь. Просто оставь меня в покое. Ты знаешь, Маша уже лишилась отца. Ты хочешь, чтобы она лишилась еще и матери? Володя бы тебе этого никогда не простил. Последний довод.
Проходите. Присаживайтесь. Не хотите снять куртку? Нет. Это куртка вашего мужа? Он умер? Да. 2 месяца назад. Моя свекровь хочет отобрать у меня мою дочь. Я не могу потерять Машу. Мне нужно взять себя в руки, наладить свою жизнь. Вы поможете мне? Я помогу вам. Но я хочу, чтобы вы понимали, что это долгая работа. И главное, совместная. Мы должны доверять друг другу, иначе у нас ничего не получится. Понимаете? Да. Я понимаю. Хорошо. Для начала соберите вещи мужа. Я не могу выбросить вещи мужа. Но я не сказал, чтобы вы прямо взяли и выкинули вещи мужа. Просто отложите их туда, где они не будут попадаться вам на глаза. Дело в том, что когда вы их видите, они подпитывают вашу боль. Хорошо, я попробую. Предлагаю начать с куртки. Вот и хорошо. Когда вы вернетесь домой, наведите порядок. Избавьтесь от алкоголя, антидепрессантов, от всего того, что вам мешает. Как вы себя чувствуете, Юля? Вы знаете, боль немного притупилась. Я хожу по дому, убираю, разбираю. Перебираю все вещи, но только до той поры, пока не вспоминаю, что Володи больше нет. Вы единственный человек, с кем я сейчас могу общаться. Я очень рад, что наши встречи приносят вам хотя бы временное облегчение. Самое ужасное для меня, что в тот день... Пока, ласточка. Я не сказала ему, как сильно я его люблю. Представьте, что на моем месте сидит ваш муж. И вы можете сказать ему все, что не успели. Ну, это как-то странно. Давайте попробуем. Расслабьтесь. Откиньтесь на спинку дивана. Закройте глаза. Дышите глубоко. Попробуйте. Володя, мой дорогой. Ты даже не представляешь, как мне плохо сейчас без тебя. Это я виновата. Ты так гнал ко мне на этот чертов юбилей. Каждый год, каждый день, каждая минута с тобой была для меня огромным счастьем. Я люблю тебя. Я все слышу, моя родная. Я тебя тоже очень люблю. И знай, ты ни в чем не виновата. Успокойтесь. Это часть нашей с вами работы. Понимаете? Это просто психотерапевтический прием. Вам ведь стало чуть легче? Да. Хорошо. Извините. Ничего страшного. Я тоже иногда в повороты не вписываюсь.
Где Маша? Юля, я прошу не приходить к нам. Маша на даче. И не надо ее каждый раз травмировать своим Наталья появлением. Петровна, вы же понимаете, что вы не имеете права не давать мне видеться с моей дочерью. А вот это уже решат органы опеки. Суд будет через месяц. Тебе придет повестка. И Маша просила тебе передать вот это. Все без толку. Я надеялась, что они заберут иск, но они даже не собираются. Как они могли? Ведь это же неправильно. Давайте не будем спешить и обвинять. Мне кажется, они сами не понимают, что таким образом они компенсируют потерю сына. Вы говорили, что суд не удовлетворит их иск. Давайте сделаем все, чтобы укрепить ваши позиции. Да, вы правы. Вы совершенно правы. Устройтесь на работу. Ну, это не так легко. Я провалила одно дело после смерти мужа и испортила репутацию. Юля, я имею в виду любую работу. Любую. Да. Конечно, вы снова правы. Любую. Хотя, вы знаете, мне каждую ночь снится, что я выступаю в суде. Тогда давайте сделаем все возможное, чтобы вернуть вам вашу любимую работу. Да-да, я могу и постить, и серфить. Что нужно писать, вы скажите. Какая специфика? Я юрист. Сколько будете платить? Извините, я вам сейчас перезвоню. Привет. Скажи, ты так и будешь заявляться ко мне без спроса? Ну, у меня выбора нет. Я все утро не могу до тебя дозвониться. Ты знаешь, что такая Дарья Мухина? Нет, не знаю. Ну, конечно, ты же светскими новостями не интересуешься. Между прочим, это известная актриса и балерина. Я где-то видела эту девушку. Да, она очень усердно пиарится. Вернее, пиарилась. Дарья Мухина, 24 года. Была убита вчера вечером. Главного подозреваемого, Андрея Камышева, задержали на месте преступления. Он вызвал скорую, а соседка вызвала полицию. Против него есть несколько весомых косвенных улик. Поэтому оправдательного приговора мы вряд ли добьемся, но за серьезное уменьшение срока побороться можно. Ну что, возьмешься? Слушай, а как это Вадим доверил такое громкое дело мне? У него выбора не было, потому что клиент настаивает, чтобы его защищала именно ты. Здравствуйте, Юля. Ой. Я не ожидала вас здесь увидеть. Разве ваша фамилия не Орлов? Орлова – это девичья фамилия моей матери. Она более звучная и легко запоминается, я использую ее в работе. Надеюсь, это не преступление. Нет. Здесь соглашение об оказании юридических услуг. Вам нужно его подписать. Почему вы улыбаетесь? Я рад вас видеть. Я вижу, что вы снова стали собой. Итак, вас обвиняют в преднамеренном убийстве. Вы давали показания и подписали протокол. Да, я просто рассказал, как все было. Это была ошибка, Андрей. Нужно было дождаться меня. Вы не должны делать заявление, подписывать какие-либо бумаги, отвечать на вопросы без согласования со мной. Это крайне важно. Я понимаю. Итак, Мухина была вашей пациенткой. Вы позвонили ей, чтобы уточнить время следующей сессии, и она попросила перенести сеанс на вчерашний вечер. Почему? Даша страдала неврозами. С элементами мании. Ей казалось, что ее кто-то преследует. Что было дальше?
Даша сказала, что приедет к 11, но в 11 ее все еще не было. Я прождал час. В полночь набрал ее номер, мобильный не отвечал, домашний тоже. Я начал беспокоиться и в час ночи решил сам поехать к ней. И у вас был ее адрес? Да, я записал на всякий случай, потому что у нее были суицидальные мысли, не дай бог что. Продолжайте. Где-то около часу ночи я вышел из квартиры, вызвал лифт и решил позвонить Даше еще один раз на мобильный телефон. И вдруг я слышал звук телефона, как будто он где-то рядом, как раз на черной лестнице. Я зашел туда и видел, что она лежит между пролетами. Я подбежал к ней и начал трясти, и я понял, что она не дышит. Соседка, вызвавшая полицию, утверждает, что видела, как вы душили Мухину. Я просто пытался помочь. Я позвонил в скорую, делая массаж сердца. Здесь также сказано, что вы видели некого человека в серой куртке с капюшоном, убегающего вниз по лестнице. Серая куртка или плащ, я не помню, точно не разглядел. Хорошо, я сейчас поеду на место преступления, там еще работает оперативная группа. Юля, вы даже не спросите, убил ли я ее? Нет. Почему? Потому что теперь я ваш адвокат, и даже если бы вы сознались, я обязана вас защищать. Андрей, я знаю, что вы никого не убивали. Спасибо. Так, Витя, мне нужны от тебя запросы и распечатки всех звонков. Нужно установить связь Орлова и Мухиной. Понял? О, Богатырева, снова в строю? Как видишь, есть что-нибудь интересное? Да, в принципе, уже закончили. Ничего подозрительного. Все материалы в деле. Могу поговорить со свидетелями. Вот здесь это было. Я вносила мусор. Гляжу, там кто-то мелькнул. Мне стало очень интересно. И я решила посмотреть. Я выглянула. Смотрю, она вот тут лежит, женщина, а мужчина над ней склонился и душит ее. Я вскрикнула, и он побежал. Вниз. Вы сказали мужчина. Вы уверены, что это ваш сосед Камышев Андрей? Конечно, уверена. Вы же его арестовали, значит, точно он. Спасибо. Заключение медэкспертизы получили уже? Получили, предварительное. Идите. Здесь все банально. Смерть в результате острой асфиксии. Там ее вырубил, а здесь задушил. Видеонаблюдение есть в подъезде? Нет, и кодовые замки уже неделю не работают. Понятно. Вы что, лестницу не осматривали? Не знаю. Вчера сюда дежурная группа выезжала, а мы с утра в квартире на обыске работали. Что здесь? Скажите, эта камера ваша? Да. Работает? Круглосуточно. Могу я посмотреть запись со среды на четверг? Ну, это будет проблематично. Руководство будет против. А если вот так? Так? Пойдемте, покажу. Здравствуйте, вы Оксана, сестра Дарьи Мухиной? Да, я. Вы кто? Меня зовут Юлия Богатырева. Я юрист. Спрашиваю свидетелей по делу об убийстве вашей сестры. Мы можем поговорить? Да, конечно, проходите. Вот сюда. Я тут путаюсь еще сама. Вы проходите, садитесь. Вам чайку, кофейку? Спасибо, кофейку я бы выпила.
Оксана, вы поддерживали отношения с Дашей? Можете рассказать что-нибудь о круге ее общения? Да нечего рассказывать. Мы уж лет 10 как не общались. А я только вчера прилетела. Вот, дело наследственное открыть, да за добром приглядеть. Как бы менты или соседи с квартиры что не вынесли. А другие родственники есть? Да откуда? Мать умерла год назад. Тогда Дашка даже на похороны не прилетела. Съемки у нее, видите ли. А скажите, а вот как узнать, сколько у нее денег на счетах было? Это вам нотариус поможет, не я. Ой, нет. Боюсь, ограбят меня, обведут вокруг пальца. У Дашки ювелирки знаете, сколько было? Кольца, браслеты. Откуда про драгоценности знаете, если не общались? Так я альбом нашла. Дашка все фотографировала. Одежду, ювелирку. У нее стилист был, ее одевал. Вот они эту памятку и сделали, чтобы не забыть, что к чему. Скажите, а то, в чем Дашка была, полиция вернет? Вернет, но только после суда. Вы не поможете мне с этой техникой разобраться? Ну, никак не получается. Нет, извините, мне просто нужно идти. Ну, может быть, чайку хотя бы? Спасибо, не беспокойтесь. Давайте вас провожу. Всего хорошего. Это огромная потеря для всех нас. Даша была примой нашей труппы, понимаете? А скажите, я слышала, что у Даши были некоторые психологические проблемы. Замечали что-нибудь подобное за ней? Вы совсем не знаете специфику нашей профессии. У нас все немножко с приветом. Что касается Даши, она была слегка капризная, как и все ее коллеги, но не более. Ну что я могу сказать? У нее всегда были влиятельные поклонники. Но они есть у каждой из нас, это часть профессии. Да истеричка она была, и бездарность полная. У Мухиной было много ролей в театре, ее часто приглашали в кино, на телевидение. Ну уж точно не благодаря таланту. Юля. Очень хорошо, что ты зашел. Иди сюда. Смотри, что я нарыла. Возможно, это и есть убийца Мухиной. Вообще-то это может быть кто угодно. У нас же нет записей, как он выходит из подъезда. Нет. Вот. Он, скорее всего, вышел через черный ход, а там нет видеокамер. Зато на лестнице был обнаружен кусок серой ткани. Возможно, это и есть фрагмент с куртки убийцы. Но это практически недоказуемо, учитывая качество видеозаписи и отсутствие у нас этой серой куртки, с которой можем сравнить этот фрагмент. А вот доказать вину Камышева можно. Его застали на месте преступления. Может, пусть он пишет чистосердечное признание. Плюс психиатрическая экспертиза, плюс состояние аффекта, и выйдет прекрасное непреднамеренное. Марк, у Камышева не было мотива убивать Мухину. Он был ее лечащим врачом. У него был мотив. Он спал с Мухиной. Что? Как вы могли мне не сказать? Честно говоря, у меня даже в голове не укладывается. А что именно? Что я спал с Дашей или то, что я вам не сказал? Что у вас был мотив для убийства? Он был не только у меня. У Даши было много любовников. Учитывая специфику ее поведения, я мог убить любой из них. Доказательства. Часть сеансов с Дарьей я записывал на диктофон. Файлы хранятся у моего секретаря. Свяжитесь с ней. Проходите, устраивайтесь поудобнее. Где мне лучше сесть? Вот на диван. Или хотите снять куртку? Нет. Я ему сказала, что ухожу. Какова была его реакция? Он так разорался. Стал требовать, чтобы я вернула все подарки. Вы не вернете? Нет, конечно. Мне за скандал с его женой вообще дополнительная компенсация полагается. Выходим мы с Вадиком из ресторана из-за угла Константин. Просто сцена из сериала. Они подрались, чуть не убили друг друга. А вам нравится сталкивать своих любовников между собой? Вам их не жалко? А что их жалеть-то? Все мужчины подлецы и мерзавцы. Давайте снимем эту отрицательную генерализацию. Даш, опишите вашего идеального избранника. Ну, даже не знаю. Хорошо. А если сейчас в вашей жизни мужчина, к которому вы искренне привязаны? Наверное, Володя. Кто это? Один очень известный адвокат, защищает половину нашей эстрады. Он очень крутой. Он нежный, внимательный, заботливый. Смешно меня называет.
Когда я ложусь рядом и укладываюсь поудобнее, он мне говорит: ты ко мне ластишься. Значит, ты ласточка. Он женат. Женат? Ты что? Жена не стенка. Он мне говорит: ты ко мне ластишься. Значит, ты ласточка. Ты ластишься ко мне? Значит, ты моя ласточка. Я так его любила, а он изменил мне с этой вашей. Юля, мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось копаться во всех этих отвратительных подробностях. Я думаю, вам лучше отказаться от моего дела. Суд может узнать, что ваш муж был любовником Даши, это может вам навредить. Нет, нет, я... Теперь у меня есть отличный шанс, и я смогу доказать, что мотив для убийства был не только у вас. И я не хочу, чтобы вы сидели в тюрьме из-за этой женщины. Почему бабушка больше с тобой не дружит? Вы из-за папы поссорились. Он умер, да? Да, Машка, его с нами нет, и мы его с тобой больше никогда не увидим. Машенька, нам пора домой. Мамочка, когда ты меня заберешь? Машечка, очень скоро, Машечка, я тебя заберу. Маш, я тебя люблю. Я тебя тоже, мамочка. По словам обвиняемого, Мухина позвонила ему в состоянии истерики. Однако в этот же самый день убитая участвовала в ток-шоу на телевидении, после которого отправилась прямо домой к Камышеву. Мир шоу-бизнес очень жестокий. Как вам удается выживать в нем? Ну, вы знаете, вообще я очень живучая. И питаюсь энергией своих поклонников. Но, честно говоря, ради моих зрителей я готова смириться с любым миром. Как мы все с вами видим, у Дарьи Мухиной прекрасное настроение. На ее лице нет ни тени страха, тревоги или истерики. На записи с камер видеонаблюдения мы отчетливо видим, как некто зашел в подъезд примерно за 30 минут до убийства Мухиной. Никто из жильцов дома не смог опознать этого человека. Я прошу суд обратить внимание на вещественное доказательство номер 18, а именно на фрагмент серой ткани, который был обнаружен на перилах лестницы, этажом ниже, место убийства Мухиной. Это согласуется со словами моего подзащитного, что убийца как раз убегал вниз в тот самый момент, когда господин Камышев открывал двери своей квартиры. Ваша честь, адвокат забыл, вероятно, случайно, что записи выхода этого человека из подъезда дома обвиняемого не существует. Ну, а во-вторых, доказать, что фрагмент серой ткани вырван именно из куртки неизвестного, не представляется возможным. Маргарита Сергеевна, вы единственный свидетель убийства Дарьи Мухиной. Расскажите, пожалуйста, суду, что вы увидели, выйдя на лестничную клетку из своей квартиры? Я увидела, как мужчина душил женщину. Прекрасно. Этот мужчина находится в зале суда? Да. Вот он. Скажите, почему вы так уверены, что видели именно подсудимого? Вы успели разглядеть его лицо? Да, успела.
Вы носите очки. Они были на вас в тот момент, когда вы вышли на лестницу? Мои очки, они то пропадают, то возвращаются, как будто их специально кто-то прячет, когда я не вижу. Ваша честь, я прошу приобщить к делу справку из районного психдиспансера о том, что свидетельница состоит у них на учете уже несколько лет из-за психической болезни и страдает слуховыми и визуальными галлюцинациями. Таким образом, ее показания не могут быть приобщены к делу. Анна Леопольдовна, вы психотерапевт? Да. Да? Расскажите, пожалуйста, суду, в каких именно обстоятельствах и когда к вам обратилась убитая Дарья Мухина? Даша обратилась ко мне 1,5 месяца назад. У нее была тяжелая депрессия. А за 3 дня до смерти она мне сообщила, что ее преследует ее психотерапевт. У них была любовная связь, и, по словам Даши, Камышев угрожал убить ее, если она его бросит. Анна Леопольдовна, вот распечатки ваших телефонных звонков. 2 мая Дарья Мухина звонила вам 22 раза в течение дня. Вы ответили ей только 2 раза, 20 звонков осталось без ответа. Скажите, зачем Дарья звонила вам в тот день? Она просила срочно принять ее, но я просто не могла этого сделать. У меня в этот день было очень много пациентов. Ваша пациентка остро нуждалась в вашей помощи. А вы отказали ей в связи с нехваткой времени. В отличие от моего подзащитного, который оказался в такой же ситуации спустя 2 недели и не бросил Дарью на произвол судьбы, а принял ее. Как вы, Андрей? Как на собственных похоронах. Не падайте духом. После перерыва я предъявлю суду записи ваших сессий с Дашей. Юлия, я вас очень прошу, не обнародовать эти записи. Как? Без них у нас нет шансов, Андрей. Какая разница для меня? Все равно все кончено. Мне придется закрыть практику. Кто доверится психотерапевту, который обвиняет в убийстве? Кому я нужен? Вы мне нужны. Пожалуйста, не сдавайтесь. Позвольте мне вас вытащить. Я буду бороться, но не хочу, чтобы ты поймали Дашу в суде. Вся моя линия защиты была построена на этих записях. Это последний довод. Все-таки нет. Должен же быть какой-то другой выход. Какой? Вы знаете, я кое-что заметил, когда прокурор показывал это видео ток-шоу. У Даши было кольцо на руке, а когда я ее обнаружил, кольца не было. Хотя она приехала ко мне сразу после этого ток-шоу. Понимаете, это может быть наш шанс. Юля, судья возвращается. Я иду. Иду. Ваша честь, я прошу отложить судебное заседание.
конечно. Мне за скандал с его женой вообще дополнительная компенсация полагается. Выходим мы с Вадиком из ресторана, а из-за угла Константин. Просто сцена из сериала. Они подрались, чуть не убили друг друга. Я принес тебе твои любимые роллы с огурцом и кофе. Большое спасибо, Марк. Что с тобой? Что случилось? Между тобой и Камышевым что-то есть? В каком смысле? Камышев мой клиент, я с ним работаю. Марк, прекрати на меня так смотреть. Ну что? До заседания осталось меньше недели. У меня нет времени на твои фантастические предположения. Ну, честное слово. Ты с ним была знакома до процесса? Слушай, это что, допрос? Нет, это не допрос. Я беспокоюсь за тебя. Ты только что вернулась на работу, у тебя нет права на ошибку. Ты беспокоишься обо мне? А что ж ты не беспокоился, когда Вадим меня уволил? Между прочим, чтобы тебя поддержать, я написал заявление об увольнении. Долго увольнялся, почти 2 месяца. В результате на работе я оказалась благодаря Камышеву, не так ли? Можешь пожаловаться на меня в комиссию по этике. Ну что там у вас? Давайте быстрее, а то у меня дети скоро вернутся. Перевезли семью? Да, обживаемся потихонечку. Оксана, в прошлый раз вы мне сказали, что не обнаружили некоторых драгоценностей Даши. Ха, уже все нашла. Дашка специальный сейф завела, на книгу похожий, на полке стоял. Там все по списку и было, ну или почти все. А это кольцо там тоже было? Ничего себе! Это что, такой бриллиант огромный? Возможно. Слушайте, подождите, так это в списке, я помню. Платиновый с розовым бриллиантом. Ну и где оно? Пытаюсь его найти. Ищите, это мое кольцо. Вы узнаете это кольцо? Да, узнаю. Она везде этим брюликом светила. Даже на сцену с ним выходила. В гримерке боялась оставить. А вы не знаете, кто бы мог ей подарить это кольцо? Ну, она всегда очень скрытная была. Из труппы особо ни с кем не общалась. Ну, наверное, кто-нибудь из папиков раскошелился. А среди папиков, случайно, вот этого человека не помните? Да. Уверена? Такого не забудешь. Девушка, а вы кому? Мне нужен Константин Ковальский. Костя, тебе пришли. Здрасте. Здрасте. Я подруга Даши Мухиной. Она просила вам кое-что передать незадолго до того, как... До сих пор не могу поверить, что ее убили. Напрыгалась, коза. Ну, как же вы так говорите? Она смерть свою заслужила. Это не мое. Я ей кольцо дарил. Такое платиновое, с розовым бриллиантом? Да. А то еще кто? Даже подруг отродясь не было. Журналистка? Да. Катись отсюда, журналистка. По-добру, по-здорову. Человек я резкий, могу не выдержать. Ну, это я уже поняла. И не вздумай там от моего имени ничего писать. По судам затаскаю. Константин, это правда, что 28 марта вы проникли в гримерную Дарьи Мухиной и устроили ей скандал, требуя вернуть ваш подарок. Через некоторое время вас силой вывела охрана. Да. Речь шла об этом кольце? Отвечайте, пожалуйста. Да, об этом. Почему вы так хотели вернуть его? Мне деньги нужны были. Из-за романа с Дашей вы развелись со своей женой? Да. При разводе вы оставили жене и детям все свое имущество и деньги. Через некоторое время Мухина вас бросила. Да. По информации от вашего окружения, после разрыва с Мухиной вы начали пить. Проиграли серию важных боев, ушли из большого спорта, лишившись основного источника дохода. Я здесь при чем? Почему вообще ведете?
Я просто хочу понять, почему 28 марта за кулисами шоу вы кричали, что убьете Дарью Мухину? У нас есть 3 свидетеля, готовые подтвердить это. А как мне с ней вообще было об этом разговаривать? Он жизнь всю испортил. В день смерти на убитой было подаренное вами кольцо, но на трупе его обнаружено не было. Вы сняли его после того, как удушили Дарью? Че? Возражаю. Принято. Юлия Александровна, я делаю вам предупреждение. Прошу прощения, Ваша честь. Вы испытывали чувство ненависти к убитой? Нет, не испытывал. А разве это не ваши слова? Допрыгалась коза. А смерть все заслужила. У меня последний вопрос. Где вы были с 22 на 23 мая? Мне повторить вопрос? Ваше какое дело? У меня все, Ваша честь. Ваша честь, все улики указывают на подсудимого. Однако защита в течение всего процесса, вместо того, чтобы опровергнуть эти улики с помощью доказательств, указывает нам на обстоятельства, имеющие очень косвенное отношение к делу. Это и какой-то человек в серой куртке, и кольцо, которое, в принципе, мог бы снять и сам подсудимый, и, наконец, свидетель, которого защита без суда, без следствия сразу перевела в статус убийцы. Я прошу вас, Ваша честь, при вынесении приговора учитывать только конкретные факты, а не гипотетические предположения защиты. У меня все. Ваша честь, у обвинения нет никаких доказательств, что мой подзащитный убил Дарью Мухину. Показания единственного свидетеля не могут быть приобщены к делу. На руках и под ногтями убитой нет ДНК материалов моего подзащитного. Более того, халатность следователя привела к тому, что еще один возможный подозреваемый вообще остался без внимания. Учитывая образ жизни Мухины, я уверена, при надлежащих следственных действиях круг подозреваемых станет шире. Ваша честь, у моего подзащитного не было мотива убивать Дарью Мухину. Он лечил ее, пытался помочь. И в ту страшную ночь, когда увидел ее лежащей на лестнице возле своей квартиры, он пытался оказать ей помощь и вызвал скорую. Я уверена, что вы вынесете справедливое решение. Благодарю за внимание. Все хорошо. Будем надеяться на это. Именем Российской Федерации, на основании изложенного и руководствуясь Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, суд постановил оправдать Камышева А.В. по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренному частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимого Камышева А.В. освободить из-под стражи в зале суда. Дело будет отправлено на доследование в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Судебное заседание объявляется закрытым. Я поздравляю. Я тебя поздравляю. Надо будет обязательно отметить. Да, да, да. Юль. Ну что, Андрей, вот все и закончилось. Спасибо. Если бы не вы, я бы пропал. Алло. Поздравляю. Спасибо. Да. Да. А вы знаете, это очень интересный психологический опыт. Да что? Юля, подожди. Юль, удели мне, пожалуйста, минуту. Подождете меня внизу? Да, конечно. Ты что, собралась к нему домой ехать? Даже если так, ты здесь при чем? Я тебе запрещаю это делать. С какой стати? Ты дискредитируешь репутацию фирмы. Да? А по-моему, я принесла очередную победу в ее актив. Юля, я делал запрос по поводу биографии Камышева. И мне сейчас поступил звонок. Он меня очень насторожил. Марк, если бы я не знала тебя 100 лет, подумала бы, что ты ревнуешь и пытаешься избавиться от соперника. Юля! Прошу вас. Мы же договорились на «ты» после победы. Точно. Забыл. Спасибо тебе, ты меня спасла. А ты меня? Твоя комната? Да. Но пациента сюда нельзя. Хотя ты не пациент, ты моя спасительница. Твоя
твоя мама? Да. А это я. У меня там шампанское хорошее на кухне. Может быть, мы отпразднуем нашу совместную победу? Я не пью, и я за рулем. Жаль. Я думал, нам сегодня можно все. Чем тебя покормить? Давай сходим в какой-нибудь красивый ресторанчик позавтракаем. Ой, нет, лучше я сама приготовлю. Кстати, мои завтраки достойны 3 звезд Мишлен. Какая талантливая. Мне с тобой очень повезло. Против Ковальского возбуждено уголовное дело. Через пару часов его арестуют. Так быстро? Да. А, я вспомнил. Что? У меня семинар сегодня, мне надо там быть. Давай пообедаем чуть попозже, а? Кофе хотя бы попьем? Да, я в душ. Кофе там, где-то сверху. Почти готово. А где мой кофе? Ты знаешь, я совсем забыла, и мне только что напомнили, что я должна быть в 11 утра на совещании, поэтому мне нужно бежать, прости. Вот. Совещание в субботу? Да, так бывает. Людей арестовывают в выходные дни. Видишь, все на свете за тебя забыло. А они могут без тебя совещаться? Нет, не могут. Жалко. Я так не хочу тебя отпускать.
Вот, кстати, Марк звонит. Алло, Марк? Алло, Юль. Да. Я не могу до тебя дозвониться, срочно. Да, я успеваю, я к 11 буду, я бегу. Что? Я выезжаю. Ты с ним? Пока. Давай я тебя заберу после совещания. Созвонимся? Это что? Кольцо убитой Мухиной. Откуда оно у тебя? Нашла его в доме у Камышева. Зачем ты его забрала оттуда? Так получилось, Марк. Ты спала с ним? Да. Марк, я обманула тебя. Я знала Камышева до суда. Он был моим психотерапевтом. И поэтому ты согласилась стать его адвокатом? Да, я поэтому согласилась, и ты сам мне сказал, что это единственный шанс вернуться на работу. А мне кажется, что ты вернулся абсолютно по другой причине. Вот. Почитай. Это пришло вчера вечером. Ответ по запросу по делу Камышева. Он сменил 3 центра психологической помощи, и в каждом из них, при невыясненных обстоятельствах, погибло несколько женщин. Какого черта ты с ним связалась? Камышев был моим психотерапевтом. Он лечил меня, вытащил меня из депрессии после смерти Володи. Я доверяла ему безгранично. Я советовалась с ним по каждому поводу. Отлично. И влюбилась. Господи, что же делать? Марк! Для начала тебе надо сменить телефон и уехать из Москвы. Хотя бы на дачу. Если Камышев действительно убийца, тебе грозит опасность. Нет, Марк. Это я виновата, и я должна все исправить. И я все исправлю. Хорошо. Я тебя отвезу к Ковальскому в СИЗО. Это единственное место, где Камышев тебя не достанет. Подпиши с ним договор и выясни, все-таки, может быть, у него есть алиби. Не покидай СИЗО. Я вечером тебя заберу. А мне нужно кое-что проверить по Камышеву. А ты думаешь, что Ковальский станет со мной разговаривать после того, как я закопала его в суде? Станет. Че тебе надо? Че ты сюда приперлась? Константин, я совершила ошибку в суде. Теперь я хочу предложить вам услуги нашей фирмы. Пошла ты вместе со своей фирмой. Помогла уже лет на 15. Денег на хорошего адвоката у вас нет? Государственный вам не поможет. Так что, похоже, это ваш единственный шанс. Конечно, я помню Андрея Орлова. Прекрасный специалист, замечательный психолог. А что же вы тогда расстались с таким ценным сотрудником? Я совсем не хотел с ним расставаться. Кстати, кофе будете? Нет, спасибо. Андрей решил начать частную практику. Вы знаете, психолог его уровня может зарабатывать гораздо больше, а у нас в центре достаточно скромные оклады. А правда ли, что одна из пациенток Андрея Камышева трагически погибла? Максим Леонидович. Что вы хотели? Я занят. Извините. Это очень печальная история. Пациентка действительно погибла, ее убили. Но Андрей к этому не имеет никакого отношения. Он лечил эту женщину, переживал за нее. И очень расстроился, когда ее жизнь так трагически оборвалась. Возможно, он
решил уйти из нашего центра именно по этой причине. Я ответил на ваши вопросы? Да, да. Благодарю вас. Всего хорошего. До свидания. Подождите. Вы что-то хотели? Я слышала, вы интересовались Андреем Орловым. Да, но ваш директор... Я думаю, наш директор не сказал вам, что он уволил Андрея из центра за связь с пациенткой. С той, которая погибла? Да, ее звали Екатерина Сомова. Когда она к нам пришла в центр, то была буквально на грани. Пила, принимала много таблеток. Ну, в общем, очень тяжелый случай. И Орлов начал лечить ее любовью. Ну, когда все это вскрылось, был грандиозный скандал. Скажите, а как погибла пациентка? Ну, в этом тоже Орлов виноват частично. Он убедил ее встретиться с братом, который только что вышел из тюрьмы. Ну, уговорил, что это пойдет ей на пользу. А брат во время этой встречи пырнул ее ножом. Его, конечно, тут же отправили обратно за решетку. Но девушку ведь назад не вернешь. Да. Скажите, а как выглядела пациентка? Вы помните? А пойдемте, я вам анкету покажу. Пойдемте. Скажите, где вы были в ночь с 22 на 23 мая? Константин, мы теперь с вами связаны адвокатской тайной. Угу, знаю. Проходили. Диктофончик ты где спрятала? Я понимаю, что у вас есть повод мне не доверять, но я действительно хочу помочь. Короче, 3 месяца назад, наверное, вышли мне серьезные люди. Сделали предложение там. У меня с деньгами плохо было. Ну, бухал я там вообще, не просыхая. Нормально, платили хорошо. Подпольные бои? Ну да, подпольные. Каждую среду в новом месте. Адрес и пароль на фото. За 2 часа до начала. Серьезная публика, серьезные ставки. Кто-нибудь может подтвердить ваше алиби? Не, я даже имен организаторов не знаю. Деньги передавали через закладки на улицу. Я даже не знаю, с кем я дрался. Не имен бойцов, они все в масках, там, под кличками. Значит, зрителей мы тоже не найдем. Ну да. Да и в суд они вряд ли пойдут. Но мы все-таки попытаемся. Ну что, плохи дела у меня, да? Я вас вытащу. Ну, конечно. Я хорошо помню Андрюшу. А, вот он. На этой фотографии ему 14 лет. Его родная мать бросила его, когда ему было 5. В общем, пропащая женщина. Алкоголичка, проститутка. И как он пережил разрыв с матерью? Ну, сложно сказать. Он был мальчик замкнутый, нелюдимый. Фотографию матери прятал под подушкой. Знаете, один раз так сильно избил 2 мальчиков, когда они пытались украсть эту фотографию. А сейчас он кажется вполне общительным, уверенным в себе человеком. Он очень сильно изменился в подростковом возрасте. Вот влюбился в девочку, одну из наших воспитанниц, и сразу стал мягкий, общительный. Мы очень радовались. А, это девочка та, что рядом с ним на фотографии? Да, вот именно. Но их дружба была не очень долгой. Девочка поссорилась с Андреем. Тут произошел очень неприятный инцидент. Он пытался вытолкнуть ее в окно на 5-м этаже. И вошла учительница. Совершенно случайно. А так бы не избежать трагедии. И что дальше было? Был скандал. Он все отрицал, говорил, что якобы Вика сама хотела выпрыгнуть, а он ее удерживал. В общем, это дело замяли, его перевели в другой интернат. Я слышал, он поступил в институт на отделение психологии. Да, какая интересная девочка. Знаете, она
очень похожа на мать Андрея. Ну, вылитая. Юля, здравствуй. Я на минутку. Маша очень хочет увидеться с тобой. И я решила пойти ей навстречу. Мы вернемся в Москву к вечеру. Будем дома около 5-6. Ты приедешь? Да, конечно, Наталья Петровна. Я... Что ты? Юля. Наталья Петровна, я сегодня не смогу. Угу. Все-таки мы правильно сделали. С тех пор, как начался этот суд, у тебя не хватает времени на ребенка. Я даже представить себе не могу, что было бы, если бы Маша жила с тобой. Ты отвратительная мать. Ты ужасная. Ты... Алло. Любимая, привет. Привет, дорогой. Как ты? Наш обед в силе? Прости. Я уехала в Александров. Наследственный эксперимент с клиентом. Надолго? Вернусь. Самое худшее через пару дней. Ты же знаешь, что я буду скучать по тебе. Я тоже буду по тебе скучать. Так не хочется тебя терять. Ты меня не потеряешь, любимый. До встречи. Что-то случилось? Поехали. Только что разговаривала с Камышевым. До сих пор мурашки по коже. Пришлось наврать ему, что уехала из Москвы. Черт! Из-за этого психа я снова не увидела Машу. Ты все правильно сделала. Не хватало, чтобы ты его еще к своей дочери привела. Я надеюсь, что он не следит за мной. Хотя, конечно, ты прав, осторожность не помешает. А вот свекровь точно сделала вывод. В прошлый вторник я не смогла с ними встретиться из-за суда. Не переживай, все равно Маша останется с тобой. Сейчас даже лучше, что она не в Москве. Что по Ковальскому? В ту ночь он участвовал в подпольных боях. Дело, как ты понимаешь, незаконное, поэтому его алиби никто не станет подтверждать в суде. Поэтому единственный вариант помочь Ковальскому – это доказать, что убийца Камышев. А у меня кое-что есть. Загляни в мой портфель. Там в первом отделении бумаги. Я сделал копию анкет пациента Камышева. Ага. Значит, там вот это Майя Якоева. Ну? Камышев лечил ее 3 года назад. По версии следствия, она покончила жизнь самоубийством. А это Екатерина Сомова, тоже его пациентка. Ее якобы убил брат, уголовник. А отправиться к нему навстречу ее уговорил именно Камышев. Все они похожи на мать Андрея. И на Дашу Мухину. Здесь серия налицо. Похоже, Камышев убивает уже много лет. Я уверена, что мы знаем не обо всех его жертвах. Но доказать причастность Камышева к убийству мы не можем, да? Не можем, потому что Камышев либо всегда инициирует самоубийство жертвы, либо выставляет убийцу кого-то из ее близкого окружения, как случилось с Сомовой и Мухиной. Марк, давай я поеду к Камышеву с прослушкой. Ты с ума сошла? Я заставлю его сознаться в убийстве Даши, запутаю его, предоставлю какую-то несуществующую улику. На всякий случай оперативники могут находиться в соседней квартире. Нет, это исключено. Даже речи об этом не может быть. Ты не будешь рисковать собственной жизнью. Мы не можем бездействовать сидеть. Я завтра иду к прокурору с этими материалами. И мы обязательно найдем способ возобновить дело против Камышева. Я тебе обещаю. Хорошо. Ее. Я поеду. Из-за этих сумасшедших дней я не успела тебе сказать спасибо. Прости. Я знаю, что ты сделала бы то же самое для меня.
Прости меня за то, что я наговорила тебе в суде. Ты хотел меня предостеречь, я повела себя глупо. Это я перегнул палку. Я просто не хочу тебя оставлять одну. Давай, может, поедем ко мне? Нет, я не могу. Почему? Потому что завтра утром придет инспектор по делам несовершеннолетних беседовать насчет Маши. Через неделю суд, я тебе говорила. Камышев уверен, что меня нет в Москве. Все в порядке, Марк. Ну, я завтра привезу тебя обратно утром. Ну, уже утро. Половина второго. Все в порядке, правда. Ну, хорошо. Только пообещай мне, что ты никому не будешь открывать дверь. И никуда выходить не будешь. Если малейший шорох, звони полиции. Хорошо. Тогда до завтра. До завтра. Привет, ласточка. Я буду кричать, тебя соседи услышат. Только попробуй. Тебя вычислят в подъезде видеокамеры. Их уже нет. Я их вырубил. Андрей, давай поговорим спокойно. Зачем тебе меня убивать? А с чего ты решила, что я буду тебя убивать? Потому что ты убил Дашу Мухину. Ты ошибаешься. Дашу убила ты. После смерти своего мужа ты была в ужасном состоянии. Пила антидепрессанты, запивала алкоголем. Ты узнала, что Даша – любовница твоего мужа. Потом ты узнала про мою связь с Дашей. Я окончательно потерял связь с реальностью. Ты решила, что Даша отнимает у тебя всех твоих мужчин. И ты убила ее под король в моем подъезде. Ты не сможешь это доказать. Разве? А это что? Это куртка Володи. Да, ты забыла ее у меня. Видишь дырку под платке? Такая же ткань была на перилах в моем доме. Экспертиза это легко докажет. А еще они найдут кольцо Даши. Оно же где-то здесь. Там будут твои отпечатки пальцев. Ты сумасшедший. Не. Да ты сумасшедший. Ты так и не оправилась после смерти мужа. Убийство Даши окончательно разрушило твою психику. И ты решила покончить с собой. Ты не можешь удержать эту боль. Невыносимую боль. Узнаешь эти таблетки? Именно их ты пила тогда в парке. Ты все подстроил, да? Я 3 месяца следил за твоей семьей. Я наблюдал, как моя любовница встречается с твоим мужем. Они предали нас и за это поплатились. Теперь твоя очередь платить за предательство. Будешь пить их по одной. По одной. Давай. Давай, ласточка моя. Я не буду. Будешь. Или ты хочешь, чтобы я познакомился с Машей поближе? Я ведь знаю, где она живет. Не смей приближаться к моей дочери. Она очень похожа на тебя. Принеси стакан. А вот это другое дело. Моя умничка. Давай. Вот. Давай, молодец. Молодец. Андрей, зачем ты это делаешь?
Я же совсем не похожа на твою мать. Я не гожусь на роль жертвы. А кто тебе сказал, что ты жертва? Ты убийца, которая решила покончить со своей жизнью, вот и все. Фирменный почерк. Да. Как и у любого гения. Когда я узнал, что Даша мне изменяет, я начал следить за ее окружением. Я очень хотел, чтобы Дашу убил кто-то из ее любовников. Я сразу заметил Ковальского и твоего мужа. Только долго не мог понять, кого из них я ненавижу больше. Давай. Ты выбрал Ковальского, при чем тут я? Ты права. Я сначала выбрал Ковальского, но потом умер твой муж. И я подумал, что лучше кандидатуры на роль убийцы, чем чокнутая вдова алкоголичка не придумаешь. Но ты подкупила меня своей искренностью, своей трагической преданностью умершему супругу. И я полюбил тебя по-настоящему, ласточка. И я подумал, вот она женщина, которая будет со мной всегда. Потом я вновь обратил внимание на Ковальского. Ты так легко съела все мои наживки, вывела следствие на него. А потом... Потом ты предала меня, тварь! Ты сам привел меня в свою квартиру. С главной уликой. Идиот. Это потому, что я не мог ждать. Я хотел быть рядом. Я хотел быть рядом, ласточка моя. Я не удержался. А это даже хорошо, что куртка осталась. Давай. Дай ручку. Мне показалось забавным, что я убью Дашу в куртке одного любовника, а подставлю другого. А теперь я подставлю тебя. Объясни только одну вещь. Зачем ты дал поймать себя на месте преступления? Ты что, так любишь? Риск? Да нет, конечно. Я хотел подкинуть улики Ковальскому еще в тот вечер, но эта дура-соседка все испортила и вызвала полицию. Пришлось импровизировать. Я вернулся домой и положил куртку на самое видное место в шкаф. Кольцо я положил в банку с мукой. Потом позвонил Даше. А через 5 минут я вызвал скорую. Вот и все. У тебя изощренный ум. Направить бы его в мирное русло. Вот, ласточка моя. А ведь у нас был шанс. Да, мы могли быть счастливы вместе. Могли. Но ты все испортила. Я мог покончить с моим прошлым. Ты никогда не покончишь с своим прошлым. Ты всегда будешь один. Тебе даже мать твоя бросила, потому что почувствовала, что родила чудовище. Замолчи! Не смей так говорить о моей маме! Ласточка, прости меня. Я не хотел. Прощай, ласточка. Странно, голова кружится. Нет, нормально. Доктор предупредил. Сейчас я позову медсестру. Подожди. Что с Камышевым? Ну, успокойся, все в порядке. Камышев арестован. Хорошо, что ты записала его признание.
прости, что ты свой телефон забыл. А ты знаешь, что говорят? Если человек что-то забывает, значит, он хочет вернуться. Правда. Я очень хотел вернуться. Юлия Александровна, я изучил медицинские заключения по вашему делу и готов был вынести решение в вашу пользу. Но вдруг вы оказываетесь в больнице с диагнозом алкогольно-медикаментозная интоксикация. Ну и что вы мне прикажете делать? Ваша честь, моя доверительница принимала участие в оперативно-следственных мероприятиях. Она рисковала своей жизнью. Именно ее участие помогло разоблачить и арестовать опасного преступника. Я прошу вас приобщить к делу протокол следственных действий, не разглашая его содержание. Надо еще проверить этот протокол. Я понял. Изучив все материалы по данному делу, я выношу следующее решение. В иске о лишении родительских прав Богатыревой Юлии Александровны отказать. Место жительства малолетней Марии Богатыревой определить вместе с матерью. Я не понимаю. Заседание закрыто. Мы еще подадим апелляцию в другом суде.